Всем привет! И перед началом ролика хотел бы порекомендовать вам группу ВКонтакте, в которой вы сможете купить фирменную брендовую одежду и обувь по самым низким ценам. И да, я сам покупаю здесь одежду. Также тут честный и отзывчивый персонал и гарантия низких цен. Ссылка в описании, аннотации на экране. И да, в этой группе еще проходит розыгрыш 3 пар кроссовок Nike Air Force. Условия конкурса просты. Надо быть подписчиком этой группы, поставить лайк и рассказать друзьям. Итоги будут подведены 30 августа 2016 года. Участвовать можно с любой страны мира. Всем привет, с вами Вуда Некс, и сегодня я вам расскажу про очередную интересную игру, и называется она Road Racing Traffic Drive. Это игра из серии гоночных раннеров. Сюжет и геймплей. Казалось бы, проходной проект, где игроку предлагают снова мчаться по абсолютно прямой дороге, перезагруженной встречным трафиком в погоне за очками и рекордами. Но разработчики решили не клонировать раскрученную формулу, разбили уровни на эпизоды и прикрутили к ним вполне определенные задания. Игра стартует с довольно понятной быстрой обучалки правилам езды, а также выбора режима управления. Затем новоиспеченному гонщику предлагается выбрать персонажа, за которого он будет играть. Персонажей 5, и видно, что разработчики хотели придать каждому индивидуальность и некое подобие харизмы. Геймеру предстоит выполнить задания во время заездов, улучшать машину или накопить на новый гоночный аппарат. Графика и звук. Проект может похвастаться великолепной вылизанной графикой. Красивые модельки машины и окружающий ландшафт радуют глаз. Даже вид камеры можно изменить, что очень удобно, потому что не всех устраивает стандартный. Но как известно, за все надо платить. Игра очень сильно греет телефон, используя все его возможности. Из неприятного еще и то, что разработчики понапихали рекламы в каждый удобный и не очень момент. Рекламный ролик встретится при старте игры. Если игрок разбился, то можно посмотреть рекламу и ехать дальше. Когда необходимо прокачать машину или вообще нужен новый гоночный аппарат, достаточно всего лишь запустить рекламу. Особенности этой игры. Качественная графика и звук, множество трасс, быстрые автомобили, таблица лидеров и разные виды камеры. Итого у нас получается, что Road Racing Traffic Drive вышел неплохим раннером с потенциалом, но до лидеров жанра пока что не дотягивает. Я ставлю ему 4,3 балла. А на этом я заканчиваю свой обзор. Если вам понравился ролик или сама игра, то обязательно ставь лайк, и я вижу, тебе понравилось. Также не забудь подписаться на мой канал, на мою группу ВКонтакте, там часто проходят интересные конкурсы. А еще пиши свои пожелания в комментариях. Всем удачи и пока, ребят.